74-й день Великої Перемоги святкують тисячі одеситів. Від самого ранку люди приносили квіти на Алею Слави до пам'ятника невідомому матросу. Взяли участь у заході ветерани, учасники бойових дій, діти війни, а також чиновники. За словами героїв, які визволяли Одесу, перемога у Другій світовій – це свято на століття вперед. Щоб трагічні події, які забрали мільйони життів, ніколи не повторилися, потрібно постійно нагадувати нащадкам про подвиг радянської армії. День Победы для нас является самым большим праздником. Самым большим, потому что он сохранил еще сотни тысяч людей, если бы только продолжалась война. Я закончил войну в Венгрии, будучи солдатом, сержантом, офицером я не был. Будапешт. После этого направил служить я в Западную Украину. Насмотрелся там, ой-ой-ой-ой-ой, такого, что не дай Бог кому вот это видеть все. Это было 8 числа. Нас командир бригады собрал всех. Я служил в воздушно-десантных войсках. Говорит, хлопчики, кончается война. Переедем домой и будете жить, как в сказке. Да, вы поняли, в чем я. Одесскую область и город Одессу освобождал мой отец. Кавалерист в Ливском корпусе был. Был ранен. Лежал здесь в госпитале, который организовали. Командиром пулеметного взвода. Там 4 тачанки, то было. Мобильные тогда те вместе с танками. Не дожил до победы. В 44 октября месяце под Будапештом погиб. Слезы были, плакал. Многие отцы вернулись, а я остался без отца. День Победы для нас и всех одесситов – это великий праздник. Потому что принимали активное участие, как одесситы, Одесская область, вся Украина в освобождении и в победе над фашистской Германией. Вот этот день будет хорошим днем, чтобы в каждой семье был, вот, в каждом, кажется, городе нашем родной Украине. Під'їзди до парку Шевченка були перекриті поліцією, а громадян пропускали через фільтраційно-пропускні пункти. Безпеку в області забезпечували понад 3 тисячі правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії. У самій Одесі їх 1200. Також у святкуванні взяли участь курсанти військової та морської академії та духовий оркестр. Пам'ять нужна не павшим, пам'ять нужна живим. И празднуя этот День Победы, действительно отдаем дань тем людям, которые отдали самое ценное, что есть у человека – это жизнь. У меня погиб дед под Киевом, отец воевал, мог погибнуть в этой войне. Таких ветеранов становится все меньше и меньше. Понятное дело, время берет свое, здоровье у этих людей не прибывает. Многие из них, кстати говоря, они сегодня просто находятся дома и не имеют физической возможности прийти сюда. Мы для себя приняли решение и с позавчерашнего дня объезжаем одесских ветеранов. Объезжаем их на дому не только для того, чтобы поддержать как-то там подарками, поддержать вниманием, поддержать возможностью послушать то, что могут рассказать они, а не то, что потом напишут последующие историки. Вот это важно. Мы записываем эти истории, мы планируем издавать книгу из рассказов непосредственно участников Великой Отечественной войны. В Одесской области ветеранов уже гораздо меньше 300 человек, это единицы. Накануне Дня Победы я и мои коллеги, члены команды Вадима Новинского, объездили все районы, поздравили ветеранов. И я была приятно удивлена тем, что в Белгород-Днестровском районе половина ветеранов такие живчики. Они, видимо, тяжелые годы военные закалили их настолько, что у них настолько вот ярко продемонстрировано это желание, чувство, любовь к жизни, которым, мне кажется, нужно заразиться и нам.